сейчас все больше и больше мотопроизводителей выпускают мотоциклы хоть и с небольшой, но отсылочкой к прошлому, чтобы зацепить покупателей, которым нравится стиль ретро. В сегодняшнем выпуске я собрал небольшой топ среднекубатурных ретро-байков 2022 года с двигателями 650-700 кубических сантиметров, которые останутся актуальными и в 2023 году. Начнет у нас CFMoto 700 CLX Sport, который стилизован под кафе-рейсер, а потому здесь клепоны вместо нормального руля, на которых расположены зеркала и укороченный хвост. Сердцем кафешника из Поднебесной является двухцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением, основанный на 649-кубовом двигателе от Kawasaki. Однако CFMoto его доработала и увеличила объем до 693 кубических сантиметров за счет увеличения хода теперь кованых поршней. Силовая установка стала выдавать 74 лошадиные силы на 8500 оборотов в минуту и 68 ньютон-метров крутящего момента на 6500. Двигатель получился очень эластичным и отлично чувствует себя на низах. Благодаря системе питания Bosch, CLX Sport по заявлению производителя в среднем кушает всего 4,5 литра. Снаряженная масса 196 кг. Также стоит отметить богатое оснащение мотоцикла, включая тормозную систему Brembo на переднем колесе. На шестом месте Suzuki SV650X, который также имеет стиль кафе-рейсера и отличается от стандартного SV650 новым седлом, вместо руля естественно клепоны, а также формой полуобтекателя. SV650X, который с точки зрения механики такой же, как и стандартная версия, имеет двухцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 645 кубических сантиметров, который выдает 72 лошадиные силы максимальной мощности и 64 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до сотни занимает 4 с небольшим секунды, максимальная скорость 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 4,2 литра на 100 км. На пятом месте расположился Husqvarna Veetpilen 701. Модель позиционируется производителем как безупречный, компактный и маневренный городской байк в ретро-стиле, оснащенный самым мощным одноцилиндровым мотором, существующим на сегодняшний день. При объеме в 692 кубических сантиметра двигатель выдает 75 лошадиных сил максимальной мощности и 72 ньютон-метра крутящего момента, который дозируется с помощью электронной ручки газа. Мотоцикл также имеет уже в стоке проскальзывающее сцепление, отключаемый трекшн-контроль, ABS и квикшифтер. Veetpilen 701 весит 168 кг со всеми жидкостями. Далее у нас идет Honda CB650R в стиле Neo Sports Cafe с современной отсылкой к известному лондонскому движению кафе-рейсера. Этот мотоцикл единственный в классе, кто обладает рядной четверкой жидкостного охлаждения. Ее объем составляет 649 кубических сантиметров. Двигатель выдает 95 лошадиных сил на 12 тысячах оборотов в минуту и 64 ньютон-метра крутящего момента на 8500. При снаряженной массе в 200 кг разгон до сотни занимает 3,5 секунды, максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км.
третьем месте Triumph Trident 660, в современном исполнении которого прослеживается отсылка к наследию прошлых лет британского производителя. Но главной особенностью мотоцикла является 12-клапанная рядная трехцилиндровая установка, которая выдает 81 лошадиную силу на 10250 оборотов в минуту и 64 ньютон-метра крутящего момента на 6250 оборотов в минуту. Такая компоновка дает идеальный баланс низкого крутящего момента и максимальной мощности во всем диапазоне оборотов. При снаряженной массе в 189 кг тризубец по паспорту разгоняется от 0 до сотни за 4 с небольшим секунды. Максимальная скорость составляет 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 4,5 литра на 100 км. На втором месте ретро-байк от Yamaha, модель XSR 700, при создании которой дизайнеры черпали вдохновение из 70-х, а именно от модели Yamaha XS 650. Но по сути, это тот же MT-07, но в другой обертке. Рама, двигатель, шасси и тормоза все один в один, как на Yamaha MT-07. Сердцем XSR 700 является рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 689 кубических сантиметров с коленвалом 270 градусов, который выдает 74 лошадиные силы максимальной мощности и 68 ньютон-метров крутящего момента. При снаряженной массе в 186 кг ретро-классик разгоняется до 100 всего за 4 секунды, максимальная скорость 200 км в час. Заявленный расход топлива 4 литра на 100 км пути. На первом месте новинка этого года Kawasaki Z650RS, о которой полный выпуск выходил совсем недавно. Кто не смотрел, ссылка в описании. Дизайн мотоцикла вдохновлен моделью Z650 76 года. Современная классика полностью основана на последней версии Nakeda Z650. Рядная двойка жидкостного охлаждения объемом 649 кубических сантиметров выдает 68 лошадиных сил и 64 ньютон-метра крутящего момента. При снаряженной массе в 187 кг Z650RS от 0 до сотни разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. Производитель заявляет средний расход топлива в 4,5 литра на 100 км пути.